времени суток. Если вы еще не решили, чем заняться в субботу, 18 августа, советуем сперва посмотреть наш выпуск прогноза погоды и скорректировать свой план действий согласно планам природы. В студии для вас работает Олеся Вайнер. Приступим! Согласно данным синоптиков, особых изменений в погоде на территории Украины в ближайшие сутки не предвещается. Частично прогнозируются хмурый небосвод и дожди, частично легкая облачность. Средняя дневная температура воздуха по стране остается достаточно высокой, плюс 30 градусов. Далее я опишу синоптическую картину в каждом из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 19 до 32 градусов тепла. В основном здесь предвещается переменная облачность. Вот только в Кропивницком днем и вечером пройдут еще и дожди. Вероятность грозы 80%. На юге страны термометры в течение суток покажут от 21 до 35 градусов со знаком «плюс». В Симферополе облака появятся ненадолго в обеденное время. Над Одессой и Херсоном они будут парить на протяжении всей субботы. Последним вечером пройдет дождь. Третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Взяв однажды в семью питомца, не оставляйте его без заботы, пополняя тем самым количество бездомных животных. Будьте милосердны. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 17-27 градусов выше нуля. Наряду с периодическими просветами западные области будут поливать дожди всю субботу. Также не исключаются и грозы. В ночные часы во Львове и Ивано-Франковске опустится туман. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 18, а максимальная дневная достигнет 28 градусов тепла. В суммах после облачной ночи воцарится ясный день. В Чернигове и Житомире предвидится облачная погода после обеда. Также здесь пойдут дожди. В последнем, возможно, гроза. На востоке также местами ожидается сырая погода, но синоптики уверяют, что и прояснений в регионе будет достаточно в этот день. Местные термометры в течение суток покажут от 19 до 34 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха в дневные часы 35%. При этом максимальная скорость северо-западного ветра 6 метров в секунду. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут 19-20 градусов тепла, днем прогнозируется 31-32. На фоне переменной облачности по всей области в Луганске и Алчевске после обеда пройдут дожди и прогремят грозы. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 19 до 23 градусов тепла. В полуденные часы они будут колебаться в пределах 30 и 32. Ясная погода порадует жителей Мариуполя в светлое время суток. В Донецке и Славянске предвидится небольшая облачность с периодическими прояснениями. Однако донечанам все же в обед и вечером понадобятся зонты. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 20-21 градус тепла, в дневное время 32-34. В Павлограде и Днепре облака полупрозрачной дымкой будут плавать по небу в течение целых суток. В Кривом Роге небольшая облачность приведет к дождю с грозой после обеда. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от 19 до 28 градусов тепла солнце над Киевом то будет появляться, то вновь исчезать за хмурыми тучами. Днем и вечером предвещаются дожди. Вот такое местами дождливое, а местами ясное выдастся суббота, 18 августа. Приятных встреч и положительных эмоций вам от каждого дня. До встречи в нашей студии!